Друзья, от этой ужасной трагедии заплакала вся Россия. В результате пожара погиб известный советский бард, певец и музыкант Леонид Духовный. Это все произошло в Сан-Франциско. Певец проживал там с 92 года. Подробностей пока нету, друзья. Мы будем держать вас в курсе всех событий, чтобы завтра рано утром на нашем канале, в нашем новом выпуске, рассказать вам более подробнее обо всей этой трагедии. За всю свою жизнь я написал порядка 200 песен, наиболее известные песни, такие как «Подол», «Вальс двоих», «Давай поговорим» и киевский цикл «Подол». Будьте всегда с нами, друзья, на нашем канале. Не забывайте подписываться, ставьте лайк и жмите на колокольчик. Только так вы получите возможность смотреть наши новости каждое утро. До скорых встреч. Берегите себя, своих родных и близких.